Здорово, Империя! Микрофон Артём. Это канал Нового Уровня ТВ. А у меня сегодня очень интересная игрушка в ретро-стиле. Очень-очень похожая на Duke Nukem. Старую версию, да, старого образца. Так, вообще не геймер. Нормальный. А, ну давайте вот это вот. Тут прям вообще мощная. Ох, а что плохо так? Как странно, вроде бы убавлено, а очень громко орёт. Псинорубка. Чё, погнали. Что она так орёт? О, господи. Подождите, настройки, ауди. А что-то прям вообще орёт. Так. Обратно пути нету, хорошо. Не, она реально похожа на Duke Nukem. Мышка прям... Двойной пистолет. Разбейте стекло в случае аварии. Какой? О, понеслась! Блин, не успел прочитать, там что-то прикольное было написано. Это что такое? Часть карты. Стеклопушка. А, это... Хороший мужик здесь. Талисман как крови. Прям этот... Сенса у мышки. Летит мыши. Прям вообще. О, крысы! Бегут! А, подожди. Они не кусают меня? Я пришел сюда грызть провода задницы. И как видишь меня. А, смотри, хавают. Крысы, друзья. Не с той бандой они, говорит, связались. Ладно, да, дальше. Господи, патроны кончились. А, вон еще есть. Нет, у меня мелочь, просто стукни хорошо. А как стукнуть? Есть кнопка? Ногой там бить, рукой. О! А что тут? А почему он как-то постоянно странный палец показывает? День-день, бип. Давай пожаловать на горячую линию. X-киллеров. Оставь сообщение, если ты псина, то поешь дерьма. Ну такая, знаете, немножечко с духом постола игрушка. Мне нравится. Начало. Комиксы какие-то здесь. Ладно, дальше пойдем. Посмотрим. Ой, там крыс сидит, что ли, что? Мне вот сюда, походу. Вверх, вниз, куда поехали? Опа! Твой дед туалет придурок. Как его... О, нифига себе тут. Расчлененочка пошла. Что это? И тут тоже все... А, вот ты живой? Вася, даже ролики есть какие-то. Зум псина. Они нашли стального коллектора. Нашу секретную базу. Они узнали про Хакровь. Ты должен остановить их. Я дарю тебе мой S-нож. Круть! Спасибо, чел. Что бы ты ни делал, Зум, не дай им добраться до талисмана Хак Крови. Иди в стальной коллектор и завладей им раньше них. И да, еще кое-что. Я
Я твой... Нет! А, он кидается. Я думаю, может... О, нифига их разрубает. А, все, кончился. Я ему по башке настучу. Непонятная проблема какая-то со звуком здесь. Вроде я убавил все, а один хрен. Местами орет, местами не орет. Ой, я могу прыгать. Что это? Кто-то летит. Кто-то сдохло. Энергия хакру... О! Стеклобластер. А, ну это, короче, дробовик. Только стреляющий осколками стекла. Бугер какой-то. На, хорош. Куда идти-то? Есть карта? О, есть карта. Нарисованная причем. Что тут происходит? На. Кто там? Кто-то орёт. Здесь, может быть, какие-то секреты есть? Проты. Не забудь потереться. На. Чем потереться и... кем потереться. Зум, на помощь! Так, а кто где? Кто кричит? Кто-то кричал. Большую свалку дяди Фрэнка. Здесь, может быть? Зум, миг, кто-нибудь. Кто-то здесь есть. Так, нажать нельзя? Шуты летающие. На. День-день, алло. Шучу, псины, все телефоны, линии порезаны. Так, а, вон кто-то. Что там происходит? Ух, там женщина. Куда? Улетела в небо. Подожди, а есть альтернативный? Гася, залез куда? Оп! Шарики. Можно кидать. Динь-динь. Куда ты стреляешь? Да, реально эдакая смесь Дюк Нюкина с этим спо... Ты чё? Крысы и X-киллеры друг за друга горой. А. Бургер с какашкой, бургер с поносом. Алло, эта штука работает? Картошка, дерьмонаггинсы. Слоу поз. О, сейчас зайти можно. Блин, подождите, патроны кончились. Кто это? Какие-то мозги.
А это что за штука? Не ломается, да? Непонятно. Чипсики. Непонятно, очень интересно. Так, это что, кровь? Это Бургер Кинг какой-то? Так, свободная касса. Подходим, не стесняемся, по одному. Параш смыли. Оп. Я тишуенный. Ну, патроны. Смываем за собой. Лягушка месяца. Это Макдональдс. Блин, патрон кончается сейчас. За милую душу. Осколки. Подожди, подожди, ну-ка. А, смотри, я собирать могу осколки. А что сразу не сказали? Ой-ой-ой. Что за портал в бездну? Во! Прикол, да? Ни разу не видел, чтобы в каких-то играх можно было при помощи стекла заряжать оружие. И еще его можно собирать и использовать как боеприпасы. Интересно. Ну, это, конечно, не такое эффективное оружие. Зона развлечения. Мусоровоз. Сейф, кстати, был. Ой, ты вы кто? Нифига не живучий. Чё такие живучие-то? Блин, опять тут какая-то эта яма. Туда запрыгнем как надо. Кто-то сзади. На. Ножом тебе. По хребтине. А, здесь можно и так зайти. Знаете, я что-то здесь делал. Блин, шо куда? Видео двойка. Какие-то картинки. Так, отсюда можно выплыть. А, нет, сюда. Подожди. Можно залезть повыше. Здесь были псины. Привет, извини, я сломал твои вещи и покакал. Неправильный дом. Простите меня, псих. Здесь такие-то вообще не... Хочется нос зажать, но я сжимаю оружие, пахнет говнищем. Как кто-то посрал тут, короче. На. Кто это, блядь? Кучки говна. Бум. Все в говне, короче.
Ой-ой-ой. Вот этих бегают как-то быстро. Куда дальше? А, вот тут можно перейти на другую сторону. Ломается? Не ждал дырку. Дом, милый дом. Или был им. Рип, мама. А, так это наш дом. Мама зума сосет. БВЛ. Что за пингвин? Это моя мама, я скучаю по ней. Хорошо. Какие-то эти. Тут на надписи какие-то очень странные. Секс онлайн и Ирл. Телепорт какой-то. Ой. Полетел куда-то. Ну, не знаю, честно, как... Ну, блин, такой, знаете, сортирный юмор здесь. Ну, я отвечаю, это же какая-то смесь... этого постола с этим Дюк Нюкеном. Стальной коллектор. The S-Blade has a Hackblood charge. Так, а сколько мы уже играем? Ага, давайте еще чуть-чуть поиграем. Приставка какая-то. Секрет. Может, я и воняю маленько, но именно так мне и нравится. Хорошо, смотри тут. Какие-то эти, сакс, что-то еще. Не под... Сломать нельзя. О. Мам, если ты это читаешь, то ты нашла мою тайную комнату. Нажимай на кнопку, это не секретный лифт. Сюрприз, я сделал тебе гардероб, чтобы вся одежда поместилась. Это не секретный лифт. Хорошо, я тебя понял. Коллектор какой-то. Так. Все, сейчас мы... О! Подожди, здесь сломать, наверное, можно. А как сломать, если нечем ломать? Ну, тут обычно, где трещина, там. So like все, я какой-то, я у черепашек-ниндзя. Like как тут воняет. Какой-то... Нечистоты какие-то. Зеленый. Говно. Так, а куда? Куда можно податься? Часть карты. Ой, ой, ой. Гермодемоны вылезли. Они еще какашки плюются. Еще и прыгают. Жесть. Так, бургеры, бургеры. Кто, 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 кто? Что это? Секрет. Так, ну я походу правильно иду. А можно еще какое-то оружие? Кустик. О, что это? А, нифига себе. Дробовик. О, крыса.
бум. Мне нужен ключ. Короче, нужен ключ. Но у меня есть теперь вот такая штука. Интересная. Опа, ручки и ножки отлетели. Тут крысы подоспели. Так, вот это... Мне это нужно. Банка с дерьмом. А, вот оно что. Это банка с дерьмом. Офис Гендира. Так. ХПшки. Центр пост управления коллектором. Подожди, а здесь что? Так, ключ. Я нашел ключ. Напоминание. Ключ, 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 ключ. Блин, а ключ не отсюда. Откуда ключ? Ой, куда залез? Секрет. Так, подожди, а мне куда теперь? Я от чего-то взял ключ. Вот от чего. Так, тихо, 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 тихо. Бам. Еще что-то. Так, часть карты. Иногда прям вообще непонятно, что где происходит, потому что все так намешано. Как топсинами? Киллер отстой. Это какие-то, короче, две группировки, что ли? Псины и хакеры, или что-то типа того. Я что-то пока вообще ни в курсах не понимаю, что происходит. Просто тупо хожу и убиваю говно какое-то тут, и еще что-то. Разговариваю с крысами. Все, в принципе, нормально. Все как и положено. Туалеты для псин. Патроны пригодятся. I'm awesome. You pick a fight with Zane? You don't have a brain. Так, а что здесь? Опа. Красный ключ. Гадись. Мясорубка. Ай. Псин вниз, не ловушка. Попался, идиот. Ой-ой. Куда? Что это? Что, реально ловушка? Подожди. Так, и буду падать бесконечно теперь. Я думал, это не ловушка. Я вот тут зацепиться, кстати, могу, но... Мне это ничего не дает. Но там, по-моему, есть в конце туннеля что-то есть. Какой-то вход. Давайте долетим все-таки. А, он потому что приближается. О-хо-хо!
Все-таки ловушка. Нажмите здесь любой клавишей, чтобы загрузиться. Не, ну там если написано, что это ловушка. Зачем я туда спрыгнул? Ну, хотелось посмотреть же, конечно. Так, давайте здесь остановимся. Не знаю, кому такие игры нравятся. Ну, выглядит прикольно. Это такие реально постол, блин. Ну, такой к этим... С говнястым юмором. Вот это всякая такая жопа с ральным. Вот. Перейдите на вооружение, кому понравилось. С вами был Косодар Артем. Подписывайтесь, комментируйте, жмите колокольчик. Все ссылочки в описании. Увидимся. Всем пока-пока.